Всего несколько дней осталось до выхода главной американской новости Non-Farm Payrolls. И прямо сейчас мы обсудим с вами, как можно на этом заработать. Чуть позже я покажу свои разворотные точки на других валютных парах, а сейчас давайте обсудим данные по Non-Farm. Для начала давайте откроем график евро-доллара. Мы видим, что здесь нисходящий тренд. Это значит, что любая новость, особенно такая, как Non-Farm, может выступить триггером для резкой коррекции вверх. То есть нисходящий тренд сменится коррекцией вверх. Какие есть для этого причины? Давайте посмотрим экономический календарь. Смотрите, в пятницу 6 октября в 15:30 по Москве будет новость. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Это и есть тот самый Non-Farm. Предыдущее значение было 187 тысяч, прогнозируется 163. Если количество занятых уменьшится или окажется еще меньше, это будет негативная новость для доллара, а значит пара евро-доллара может выстрелить вверх. Как можно заработать на этой новости Non-Farm? Соответственно, перед выходом новости я буду покупать евро-доллар, чтобы заработать на движении вверх. Если вы не уверены, что он будет двигаться вверх или не уверены в своем риск-менеджменте, то можете подождать, пока новость выйдет, и потом торговать на коррекции. Что такое торговать на коррекции? Давайте еще раз посмотрим на график. Сейчас цена евро-доллара находится на уровне 1.0571. Если цена двинется вверх, то наверху ее будут ждать две линии сопротивления. То есть если к тому времени, когда выйдет новость, цена будет болтаться вот здесь внизу и пойдет вверх, то первое, с чем она столкнется, это первая линия сопротивления сейчас на уровне 1.0690. Соответственно, в этой разворотной точке можно будет продать и заработать на движении вниз, на отскоке. Если цена пробьет эту линию и пойдет еще дальше, то она встретится с еще более сильной линией сопротивления в районе цены 1.0742. Вот это вот красная нисходящая линия сопротивления на D1, видно ее, вот она. Кстати, здесь можно использовать стратегию усреднения. У меня есть отдельное видео по этой стратегии, а также по этой стратегии работает мой торговый робот. И, кстати, если вы хотите протестировать моего торгового робота, переходите по ссылке в описании к этому видео на мой канал. И на моем канале найдете мой телеграм, пишите мне, я расскажу, как получить его бесплатно. Также обратите внимание, что здесь есть еще одна линия сопротивления, горизонтальная, она уже зеркальная линия, в районе цены 1.0766. От нее можно будет также продать и заработать на снижение. Если же по каким-то причинам цена все-таки двинется вниз, то здесь внизу ее будет ждать другая линия поддержки от уровня Fibonacci 50. Это в районе цены 1.0406. Отсюда я буду покупать и зарабатывать на росте. И, кстати, если этот уровень хорошо себя отработает, то потом дальше внизу будет еще одна линия поддержки в районе цены 1.0205. Это уровень Fibonacci 61.8. Если какие-то термины вам кажутся сложноватыми на первое время, то обязательно проходите мой базовый курс для начинающих. Программой курса вы можете бесплатно ознакомиться, перейдя по ссылке в описании на мой канал, а там в описании к любому видео есть ссылка на мой сайт, где можно скачать программу курса. На Non-Farm обычно любят зарабатывать на евро-долларе, но также используют для этого и золото. Давайте посмотрим график золота и как на нем можно заработать на Non-Farm. Золото чем-то похоже на евро-доллар, оно также движется в восходящем тренде и сейчас идет сильная коррекция вниз. Коррекция подошла к уровню Fibonacci 50. Если она его отработает, то значит хорошо отработает и уровень 61.8. Поэтому долгосрочный прогноз и долгосрочная, скажем так, разворотная точка — это от уровня 61.8. Можете себе отметить, поставить алерт в районе 1792 доллара за тройскую унцию. Давайте посмотрим поближе, как реагировать на движение золота на Non-Farm'е. Как видите, на графике D1 есть уровень сопротивления. Если новость оправдается и будут плохие новости по доллару, это значит, что курс золота относительно доллара, соответственно, вырастет. Если он дойдет до этой линии сопротивления, то от нее можно будет продать и заработать на снижении, уже в коррекции. То есть после выхода новости. Новость вышла, сильное движение, смотрим, доходит она до уровня сопротивления, от него продаем и зарабатываем на коррекции. Это в районе цены 1930. Если поискать уровни на таймфрейм помельче, то здесь можно увидеть вот такую вот линию сопротивления в районе цены 1879. От нее также можно ориентироваться на продажу и зарабатывать на снижение золота. Ну а теперь давайте посмотрим еще некоторые валютные пары. Вот евро-иена, например, сейчас находится в боковом тренде. Кстати, боковой тренд очень любит мой торговый робот. Я уже на прошлой неделе давал свои рекомендации по его запуску. В режиме buy sell запускаете, цена ходит в канале, и вы зарабатываете с помощью торгового робота. Экономите время. Особенно это удобно тем, кто не может целыми днями сидеть за компьютером. А если вы хотите потестировать моего торгового робота, пишите мне по ссылке в описании на моем канале, найдите мой телеграм, я вам расскажу, как его получить бесплатно. Если вы торгуете вручную, то, соответственно, видите две разворотные точки в районе цены 158-256, разворотная точка на продажу, от нее я буду продавать и зарабатывать на снижение.
Когда цена дойдет до линии поддержки, это в районе цены 156-742, отсюда буду покупать и зарабатывать на росте. Цена дойдет, пройдет коррекция, и можно заработать на росте. Пара евро-фунт дает нам вот такую линию поддержки. От нее можно будет купить и заработать на росте. Это в районе цены 0.8649. Также мы видим горизонтальную линию. Она уже, скажем так, тут трижды зеркальная, поэтому от нее можно будет либо купить, либо продать, в зависимости от того, откуда цена подойдет. Если сверху цена к ней подойдет, можно будет купить и заработать на росте. Если цена пробьет и потом вернется вот от этой, например, линии поддержки вверх, то от нее можно будет продать и заработать на снижении. Это в районе цены 0.8658. Если вам нравятся мои разворотные точки, мои сигналы, то переходите по ссылке в описании на мой канал и смотрите полный обзор. Там я рассматривал еще несколько валютных пар, на которых я буду зарабатывать на этой неделе. Также в среду на своем канале я буду проводить стрим. Там буду разбирать в прямом эфире ваши вопросы. Так что обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну и желаю вам успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.